У меня 5 подписчиков осталось. Слово. Здравствуйте. Поздравляю вас с 1 миллионом на Твиче. Обнял. Давай, надеюсь, у тебя пройдет мигрень от этой новости. Ну, сука, подпишитесь, блядь. Ну, у меня нет ляма, блядь. Я сижу, время тяну. Ну все, ГГ. Ребят, говорить многого не буду, скажу только одно. Е-бой, хоуми. 1 год у меня потребовался, чтобы поднять 1 миллион на Твиче. Ну ладно, ребят, на самом деле напиздел, говорить много буду, блядь, как по-другому-то, ребят. Хотел бы поблагодарить всех своих кентов, с кем я на протяжении этого года, блядь, хуярил, просто мы разъебывали. Мужики, я вас очень сильно ценю, очень сильно люблю, обнимаю, блядь, сосу ваши яички, блядь. Вы мои самые любимые пацаны, вы охуенные, блядь. Те, кто апнул, уже миллион красавчики, блядь, ну таких немного, конечно, но все же, блядь. Те, кто не апнул, ребята, ждем ваш лямчик, блядь, мои пупсики, блядь. Уф. Также отдельное огромное спасибо хочу сказать ребятам, которые меня смотрят, поддерживают мой контент. Ребят, спасибо вам реально огромное. Вы тупо лучшие. Если бы не вы, бы нихуя бы и не было. Ни большого члена, ни больших яиц. Хейтерам, ребят, тоже есть что сказать. Сейчас, секундочку. Пошли нахуй. В общем, все, ребят, я пропизделся. Я хочу, чтобы вы понимали, что миллион-то не повод останавливаться. Это только повод расти дальше, улучшать контент. Бля, это только первая ступенька нашего длинного пути, ребят. Всех обнял, отсосал, поднял, там положил. До свидания, ребят. До завтра. Вы на физику не смотрите, я духом сильный, понял? CSGO Run – нашумевший сайт, который приумножит твой инвентарь. Все зависит только от тебя. Никаких кейсов с неизвестным шансом выпадения предметов. Ставь, когда хочешь, забирай, что хочешь и уноси топовые скины. Ежедневные бонусы и раздачи, множество промокодов и, конечно же, быстрый вывод предметов. Все это на CSGO Run. Ссылка в описании. Ку-ку, ку-ку, привет-привет. Сегодня, короче, у Славы сегодня 1 лимон на Твиче, поэтому... Он умничка. Да, у сырника миллион. Все, лям, бустер добили, давайте женитесь. Да, он умничка. Спасибо вам, ребят, за поддержку, за помощь, спасибо. Осталось мне добить, мне далеко до ляма. Но у меня 100, сейчас скажу сколько, у меня 140 тысяч, по-моему. Спасибо вам большое. 140, по-моему, да. Я сейчас с вами поделюсь, что я сегодня купила. Только на самом деле я вот поэтому понаблюдала, не стала сразу говорить про камеру. Было интересно, что вы напишете, потому что написали, что камера лучше, чем у бустера. Но прикол в том, что я все еще сижу с камеры бустера, потому что так я еще не все купила. Там еще нужно несколько устройств купить, и тогда будет все, тогда установлю. Да, просто некоторые не поняли этого и начали писать, типа, ой, блин, у тебя такая классная камера. А я все еще сижу с камерой от Славы. Смотрите, что есть. Как он? Класс? Моя первая покупка вообще, в принципе, вот со времен, когда я начала стримить. Я пока больше ничего не покупала. Вот это вот, ну вот именно для стримов, типа, специально. И, да, балдеж. И вот еще. Уф, ребят, ну правда, это правда уф. Ну, Слава мне сказала, что лучше купить... Ну, мне Слава советовал. Можешь камеру поставить так, чтобы монитор не мешал смотреть на эту прекрасную красоту. Спасибо. Но у меня, к сожалению, с камерой немножко проблемы. Я не могу ее никак по-другому поставить. Потому что у меня стол очень маленький. Мне еще нужно стол менять. Да, у меня Logitech G Pro. Спасибо большое, что написал. А камера... так, сейчас. Это мне Слава ее посоветовал. Сказал, что лучше ее купить. Это 6 тысяч. Спасибо большое. Мне все пишут, знаете, как... Обычно наверняка ваших мам поздравляют с вашим днем рождения. И там с днем рождения мужа вашего. Ой, точнее, мамы. Вот, у меня тут то же самое. Все пишут: Катя, поздравляю с лимоном у Славы. Спасибо, спасибо, ребят. Камера А6000. Sony А6000. На мне прыгает жопа. Баунс, 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 баунс. Здорово, пацаны. Здесь миллионник без трусов, ебать. Осторожно, Слав. Ты так не пугай меня. Да, Слава сильно ворвался с, ну, скажем так, не очень одетым. Вот, в общем, вот так, ребят, завтра я буду это все устанавливать. Мне еще очень много дел нужно настроить на канале. Да я не знаю. Дело в том, что я как бы вот именно в технике, там, фотоаппараты, вебки, я в этом не очень хорошо разбираюсь. И Слава мне посоветовал взять именно камеру, чтобы, скажем так, потом можно было снимать что-нибудь, там, на YouTube, вот можно. Почему нет? Так бы, получается, я покупала отдельную вебку и отдельную камеру, а так у меня и камера, и вебка все в одном. Новую камеру завтра поставлю. Я еще за штативом съезжу тогда. Как я буду поздравить Славу? Я бы сделала ему пиццу, но у нас не работает микроволновка. Не микроволновка, а духовой шкаф. Покажи на руках примерно какого Славы.
Я боюсь, рук не хватит, ребят. Ребят, даже больше. Я в процессе получения прав. Я просто никак не успеваю. Катя, я бы хотела быть котом, чтобы прожить с тобой все 9 жизней. Ребята, почему? Почему у вас такой классный пикап у всех? Я не понимаю вообще. Если бы я встретила две самые прекрасные дамы в мире, я бы сказала им привет, мам, и привет, Катя. Спасибо, спасибо, ребят, вы лучшие. Кок, тебе лет, какой у тебя рост и вес? 20 лет мне, рост 165, наверное. 163-167. Просто такой разброс, потому что в разных местах мне почему-то разные цифры говорили. Когда я была в поликлинике, мне сказали, что у меня 165. Тогда я сама смотрела, сколько у меня, 167. Но и 163 тоже есть такая версия. А что, все меня выше, что ли? Да ладно, у вас такой рост у всех, вы что, прикалываетесь? А что вы такие все высокие? Серьезно? Не полторашка, больше полторашки, что вы? Вы что? Капец, вы, блин, все большие.